Производство кабин семейства К4 и К5 молодое, совсем не похожее на привычный подвесной конвейер кабин старших поколений. Его создавали с нуля, с основой на иной принцип. Много было проделано, начиная с первых кабин, когда мы начинали только-только это все собирать. Многое для нас было неизвестно. С чем-то мы сталкивались впервые. В процессе всей этой работы мы достигли очень существенных результатов. Это поточно-постовая сборка. Каркас устанавливается на тележку и, проходя от позиции к позиции, на финише кабина обретает товарный вид. Здесь привычные пневмогайковерты заменили на системы умных инструментов, автоматически контролирующих момент затяжки. Появились манипуляторы, облегчающие ручной труд. Ну а чтобы при сборке покрытие ненароком не испортить, обзавелись такими накидками. Вот если вы посмотрите, вот здесь у нас уже накидки на тех узких местах, где может быть нарушение ЛКП. Здесь будут электрические тележки, на которых будет двигаться кабина, то есть она будет двигаться сама. В дальнейшем у нас планируется сборка дверей уже вне конвейера. Доедут двери до своей позиции на другой тележке, а манипулятор и умный гайковерт задачу слесаря довершат. Все эти изменения вкупе сделают сборку динамичнее по такту и проще с точки зрения усилий. Мы уйдем от физической силы, да, от нагрузки людей. Самое главное – это у нас люди, персонал. Мы должны о нем заботиться всегда. Говорят, первые самоходки побегут уже к концу года. Что ж, когда будем в следующий раз на автомобильном, обязательно заглянем, чтобы оценить. Ксения Чернильцева, Олег Гороськов, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа.